Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранд, продолжаем прохождение Front Mission 3. У нас с вами, скорее всего, финальная серия сегодня будет, поэтому будет классно. Я, по крайней мере, ожидаю, что будет классно. Мы с вами движемся на этаж ниже. И вот, по всей видимости, мы как раз-таки подошли к Мидас. Что будет ожидать нас далее, пока что неизвестно, потому что, возможно, Лукав решит просто активировать бомбу, и, может быть, у нас с вами даже будет дано определенное время для сражения. Что у нас с вами сбежал. Мы видели, какой у него робот, и Ванзер у него реально просто стрёмный и лютый, я вам скажу. Поэтому битва сейчас у нас с вами ожидается от души. Но всех его ребят мы положили, всех, кто были на его стороне, вот эти бабищи, которые были на большом там Ванзере там, и верфи. Он, видимо, хотел под городом ее бомбануть. Вот что он добивался. Исао, это машина отделения самого нижнего уровня. В каждой секции Ocean City есть такое же. Двигатели управляют электрической и климатической системами. А, даже климатической. А где Мидас? Мидас там. Опа. Блок питания? Да, это часть сердца города. Мидас внутри него. Мидас внутри? Так она, походу, здесь и была. Ее что, даже не вывозили, что ли? А мы ее искали всю игру. Как же его разобрать? Не получится. Я не смогу отделить ее. Видишь, головой махнул. Не может быть. Она единственная целая с блоком питания. Если мы извлечем Мидас, это может быть опасно. Круто. Значит, Лукав тоже до нее не доберется. Я так не думаю. Он возьмет Мидас, даже если придется затопить весь город. Да, уверен, он не станет колебаться. Что же теперь делать? Как же нам забрать Мидас? Может, если мы отделим эту секцию, мы сможем извлечь ее, не подвергая опасности город. Ты сможешь это сделать? Этот город состоит из множества небольших секций. Они соединены между собой. Этот блок представляет собой часть одной из таких секций. Значит, если мы обратим процесс, то сможем отделить секцию. Вы уверены, что это безопасно? Вдруг нарушится баланс? Если мы все сделаем в правильной последовательности, то повреждения будут минимальны. Думаю, у нас нет другого выбора. Значит, решено. Мы эвакуируем население и приготовим секцию к отделению. Хорошо, я помогу эвакуировать жителей. Пиранг, займись вместе с Алисой процессом отделения. Рёга, терпеть не может думать. Вот и выбирай работу, для которой ума не надо. Эй, замолкни. Хорошо, занимайся эвакуацией жителей, но смотри, не облажайся. Эй, чувак, это же я, не волнуйся. Итак, кто пойдет со мной? А, у нас опять команда, что ли, делится? Так, эти, короче, здесь. Эту тогда мы с вами, погоди, эту бабу мы его снимаем. С этого пулеметчика, автоматчика с вами ставим также. Но у этой выбора нет. Дробовиком, с ракетницей как раз, да, нормально. Принять, ребят, походу не последняя серия-то у нас с вами. Хорошо, принимаемся за дело. А мы прямиком в диспетчерскую. Погнали. А куда это-то сбежало, не пойму. Только эвакуируют-то жители, ребят, не так быстро. Порой эвакуации занимают несколько дней. Они хотят все быстро сделать. Хотят очень быстро отделаться. Что такое? Так, а эти куда пошли? А, в город. Я понял. Ладно. Еще две битвы нас с вами ожидают в любом случае. Так что рассчитывать пока что на концовочку не стоит. Да, ребят, это рановато. Я вам скажу. Как оказалось. Я думал, что все, сейчас концовка, а не тут-то было. Диспетчерская впереди. Я уверен, Лукав догадывается, что мы движемся сюда. Будьте начеку. Ага. Надеюсь, что ты будешь оставаться там. Похоже, сейчас там, смотри, поднимется, да? Там же лифт, наверное, какой-нибудь. Смотри, мы так идем, и там все такое, раз так. Перед нами, оп. Опа! Здорово. Ого, засада. Люто, люто, Джаред, вы собираетесь отделить блок из диспетчерской? Прикинь. Все ваши планы представляются нам очевидными. Заходи, вход прямо здесь.
Но я не могу загарантировать, что ты пройдешь и останешься в живых. Ой, какая устрашающая прям. Так. Что это такое? И что? Что? Что происходит? Начинается. Что, двигается? Что ты сделал? Ты хочешь сказать, что уже начинается отделение? Ты настолько обезумел, что собираешься разрушить этот блок. Неважно, главное, что мы получим медас. Я не позволю тебе сделать это. Тщетная попытка. Тщетная ты баба, а не попытка. Скажу, сейчас мы тебя порешаем просто, и все. Ты тоже знаешь, что не пальцем деланные. Так, анти-У, анти-Т, анти-П, анти-П. А, у этого нельзя больше добавить. А, можно, все. Анти-П, так, анти-П, анти-П, анти-П. Давай с тобой сюда вот и поставим это. Сыбин. Так. А, ну они просто поднимаются, опускаются. Ничего страшного нету в этом, да? Это же нам может быть в какой-то степени даже на руку. Так, пулеметчика можно будет поставить туда, в принципе, а это... Мы с тобой можем поставить вот сюда. Нормально, как раз давай его гасить. Норм. Так. Это до кого можешь достать? Да вот этого можешь достать. Хорош, давай вот этого гасить. Ракетчика. Вообще все облетает, облетает. Все просто. Так. Это можно поставить пока что вот сюда. 72. Хорош. По ногам тоже неплохо. 62. Немножко по корпусу пробили ему. Так. Это далеко, это далеко, это далеко. Все с дробовиками. Плохая попытка, братан. Воу! Прикинь, мимо. Неждан, наверное, был, да? Так, нас другой обходит. Ничего страшного, ничего страшного. Мы выдержим. Атаку эту. Лол, вообще мимо. Да. Так, это поехало, тоже поехал. Скорее всего, та поедет наша, которая ближайшая, вниз на следующем ходу, как я понимаю. Поэтому с вами лучше отъехать. Так, норм. Вот этого давай бить. То все равно, даже если в упор подойдет, будет что у меня. Сами руками махаться. Не факт, что попадет. Хорош! Прям по левой руке ему. Ну-ка. Браток. Мимо. Ладно. Нет, ему лучше оставаться здесь стоять. Чтобы он мог вниз опуститься потом. Вот этот вот. Вражина. Мы сейчас просто щитом сможем прикрыться от него и все. Так. Так, этот бабу трогает опять теперь. Больно, больно. Это было больно. Она все равно у нас как приманка будет выступать, так что не страшно. Во, поехал, нормально. Так. Значит, по вот этому будем стрелять. А, у него анти-У. Немножко срезал дамаг он, конечно. Да, сейчас просто сюда вот уйду немного. Погоди. Нам с тобой вот этого надо накрывать.
на чем будет доставать нас. Бам! По ногам. Все прям не туда, все не туда. Подойдем поближе. Давай-ка, 76. По ногам. Семьдесят два. Что-то вообще все мимо и мимо. Да что ж такое-то, ребята? Сейчас бабища будет накрывать. А, ты вот так решил, значит, со мной? Не хочу рисковать, лучше прикрою щитом. Так, ба, этого мужика накрывает наш. Но его нормально, у него как раз защита есть. У него модификация как раз класса защиты. И руки более сильные. Мимо. Хорош, очередная третья ракета и все молоко просто. Это радует, это же классно, ребята. Так. Вот этого давай добьем. Супер. Хорошо, с одним разобрались. Нам лучше поближе подъехать. Потому что... А, она по дороге едет. Она, то есть, прямо не летит, а просто по дороге движется. Хорош, ладно. Раз так, то пусть будет так. 82. По корпусу. Следующий ему, если он сейчас по на этому атакует, то мы по корпусу ему жмякнем просто и все. Ага. Дробовиком Черик решил выдвинуться. Хорошо. Не, я прикроюсь лучше. Ты тоже на меня с ракеты? Ну давай. Ракета на ракету. Но... Нормально. Так, ага. Такие трубы вообще, смотри, хардкорные. Сколько тут, наверное, дыма должно выходить. Так, нам с вами надо сюда подходить. И вот так вот ему. Хорош. Е, две звезды. Нам с вами надо пытаться как-то их издалека сначала накрыть. Надо, знаешь, кого с тобой? Вот этого вот, у него анти-П. Он просто лютый челик. Кулачищем будет драться. Нам такого счастья не надо. Поэтому мы его по корпусу прям пробьем его. 67. Вероятность попадания. Хорош. Мы, как всегда, попали. А, он в ответку мне стукнет. Ну туда я встал, ладно. Хотя, что нам бояться? В принципе, расстояние большое. Да я его на лоу продамажу. Ну, он меня на лоу. А, он вниз решил. Только снизу-то попадание, братан, намного хуже. А у меня получше. Тогда давай сначала что делать. Вот этих накрываем. Эти с щитом прикроется. А у него портфеля нет. Он перезарядку сделать не сможет. Обратили внимание, нет? 4 или 3 у него получается. Он уже выстрелил. 4, по-моему, штуки он уже. Или 5 даже выстрелил. Последняя ракета. Этого ракетчика мы сейчас с тобой догоним. Самое главное, этого последнего там потом вынести. Он самый лютый. Как обычно. 76% попадания. Норм. Ни о чем вообще. Так, вот этого нам надо было накрывать с тобой, да? Давай в него прям. Последняя ракета. Потом ей надо будет быть опять, как всегда, приманкой.
Хорош! Вот прям, баба, вот ты прям хорош, прям вот радуюсь, не нарадуюсь. Прям смотрю на тебя, прям радуюсь, не нарадуюсь, а? А, ему не надо было так близко подъезжать, он все равно у нас дальний. Подставляйте просто лишний раз. Под удар подставлять не надо было. Так. Давайте в обраточку, в ответочку, инициатива 3. Тебе ударю. Все, теперь он больше даже уворачиваться не сможет. Так, все. Последний остался у него. Ракета как раз. Мимо. Спасибо, братан. Так, поехала. Просто здесь надо будет как-то предусмотреть нам, чтобы четко можно было на лифт встать. Дается, молодец. Так как мы сюда вернуться обратно не сможем, нам его надо выносить, ребята. Так, а он здесь у нас сами дорогу занял. Через него переступить мы не можем. Так что надо его добивать. Другого выхода нет. А, мы же сейчас сможем это перепрыгнуть. Так что нормально. Все. Они ничего все равно не могут. И не сделают нам. Чего их бояться? По-моему, одно прям не хватает буквально. Одно или двух. Сюда пойдем. Это надо быть приманочкой нашей. Поэтому мы постараемся двигаться вперед. Как думаешь, попадет, не попадет? А, не может попасть. А почему? А, труба что перекрывает? Ты бредишь, что ли? Там прям видно все нормально. Да. А здесь, если отсюда... О, хорош! Прикинь, может, попадет. Хорош! Попали. Прям по корпусу его пробили. Так, этому надо быть впереди. Потому что у него щит есть. Он еще прикроется от дальника. Хотя дальника, я думаю, он сейчас пока выйдет. Но как раз с тобой дальника и накроем издалека. Сейчас как раз будет на нас ближник выходить, и мы его накроем. А, только можем прикрыться. Ну ладно. Лол, вообще прикинь, прям рядом стоит, не попадает. Ну вообще лютые ребята. Угораю. Реально, вот здесь только угорать, ребята, над такими. Я не могу, прям в упор даже не может попасть. Надо быть такими косыми, а? Так, подойди поближе. Вот этого накрываем. Так что кассет у тебя, браток, ни о чемный. А, мы можем здесь запрыгнуть все равно. А, мы можем все это перепрыгнуть все равно. Но и смысл, что нам туда поднимается, опускается нам, что от этого. Тебе просто единственное, что прикрываться можно будет так. Прятаться, так сказать. Я лучше предпочту на расстоянии держаться от него. Выброс. Ну и правильно. Так, эти движутся в нашу сторону. Это стоит на месте. У нас самая лучшая возможность будет прямо сейчас к нему подойти. Заодно можно, пока мы все живые, полностью сохраниться. На всякий случай, чтобы потом отсюда мог загрузиться. Отлично. Все равно дальше мы не можем пока что пройти, поэтому будем так по нему стрелять. Хорош. Минус. 64, бам. Пускай вперед идет. Так. Ни для кого не достанем пока что.
Сейчас прям поближе там подойдем и сможем прям по этому полить. А сколько у него на атаку 5 уходит? А враг вообще сможет попадать? Не сможет? Смог бы. И очков действия мало очень. Тяжелым щитом просто прикроемся и все от него. Это было больно и неприятно. Выброс — это плохо. По крайней мере, когда это у нас происходит. Врагов-то ладно. Давай поближе поставим ее сейчас. На нее может огонь переключить просто и все. Так. Не попадет отсюда. Анти-П пока что, да, убирать? Да, против той бабы, профессиональный последний, по-моему, у нее вроде как пулемет должен быть, поэтому анти-П. Не потому бьешь. Я же сказал, он не потому бьет. Он не послушал. Во! Так. Баба там ждет, стоит у нас. Пускай поджидает. Будем поближе. И будем с тобой его накрывать. Бам! Хорош, прямо на одну треть. Баба пускай прям будет сейчас у нас с тобой. Танчить будет. Так, а если мы никак не перепрыгнем, нет? Пододвинь сюда поближе. Так, у этого 72 предлагается. Давай туда в него. По левой руке его прям накрыли. Больновато, ну ладно. Потому что у него ушко. О! Баба задвигалась. Инициатива 3. Я стреляю, понял? Я первый. Ты последний. Ладно. Просто щитом прикроется и все, что он боится, что ли, тебя? Ну и что он тебя не боится? Мимо и то он косит, прикинь. Ракета и косит. Так, пока та бабища к нам двигается, у нас самое есть время их всех здесь разнести. Давай вот этого разносить. Норм. Пускай нас кулачищем туда врежет. Терпимо. Так. Че страшно, пускай стреляет. В обратку. Да ну, он не попадает половину, не пробивает также половину. Навык плюс 2. Давненько его, кстати, не было у нас с вами. Поэтому... Следующий выстрел для него станет последним. Баба двигается. Аккуратнее, ребятушки, баба двигается. Давай, бам! Все, последнее осталось ему. Я просто прикроюсь и все от тебя. Живем. Все живы, ребят, у нас с вами классно. Больше половины хп по практически на фуле. Так. Все равно, я думаю, сейчас по руке мы ему зацепимся, у нас хпшка. Почти. Ладно, это была моей ошибкой. С другой стороны, просто не обойдем. Значит, вот в этого будем стрелять. Хорош. Минус правая рука.
Вот этого добиваем. У нас сейчас иначе будет нам вот мешаться очень сильно своими дробовиками. Бам! Все, двое осталось врагов. Я прикроюсь просто и все. Зря же не пропадать щиту, правильно? Чем зря его брали. Во, бабич, пускай там посидит. Видишь, ее возвысили. Она, правда, себя не унижала, чтобы ее возвышали. Будем его снизу добивать тогда. Вот так вот. Всеми возможными средствами просто будем добивать его. Бам! Хорош! Я думаю, что это последний сейчас будет выстрел в него. Все. Класс С, 3 звезды. Ну что ж, последнее бабище, давай. Где ты там? Че уселась-то? Давай. О, поднимаемся. Так, подходим к ней поближе. Скорее всего, она сейчас мне руку вынесет, я так подозреваю. Вот это надо быть вообще впереди. Почему они не могут совмещать вот это вот скольжение вместе с ходьбой, я не понимаю. Экономия очков действия просто была бы. Так. Нам надо как делать тогда? Вот этот будет чуть сзади стоять. А, у нее щит есть. Ладно, пускай. Может, получится прицелиться-то? А давай хотя бы так. Хорош, даже попали. Прикинь, 4 у нее на 4 осталось. 3 попадания по щиту. Его надо выносить все равно. Чтобы она просто не могла потом прикрываться. 25. А давай-ка прикроемся лучше. Пока щит есть, будем прикрываться. А, у нее пулемет, я забыл. Напрасно слили пока что. Все равно практически не попало. Во, идеально. Баба к нам подъехала. Значит, мы будем стоять на расстоянии от тебя. Будем тебя бить. 5 кп. Но суть в том, чтобы его сломать просто, хотя бы этот щит. А мы будем его доламывать просто, добивать до конца. И все. В ответку обратка давай ему. О, обраточка в бабе. На, по ногам. Так, опять что-то поехало, лифты поехали. Я, честно, не запомнил, как они ездят, но самое главное, что в любом случае мы с тобой сейчас ее вынесем. Сейчас, я думаю, она мне руки снесет, но в любом случае мы уже нормально так его продамажили, все равно. Не, а, прикинь, не выбила руку. Давай вот с ее с руки прям ей. На! С кулачищей просто в мордельник. На! Допрыгалась. Больше прыгать не будет. Как раз и нам попадание будет. Прям по корпусу все, прикинь. Четко, четко. Давай в обраточку ей. Ну-ка. Ой! Руки целые, зато ног нету. И грудак баб пробили. Сопротивляйтесь, раз хотите, но это безнадежно. Вам не победить лукаво. Вот посмотрим, мы кого победить, кого нет. Так что как так, ребяточки, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, а на этом пока что мы не прощаемся, потому что это, ребята, еще не все. Да. Это еще, оказывается, не конец. Так что будет много всего крутого, не менее классного и интересного. С вами был Чуранка, до новых встреч, кроме не переключайтесь. Стоп. Долго попровозились. Скорее, Уранка, у нас осталось мало времени. Да, ребят, что будет дальше, мы с вами узнаем только лишь в следующих сериях. Кстати говоря, я хочу вам сказать, что я тоже не знаю, что будет дальше.
Что я просто не помню, чисто банально, как давно я проходил эту игру. Так что, покедово, ребятушки, и не теряйтесь. С вами был Чурок, пока-пока.